Никита, сегодня матч доигрывали практически там в 5 защитников. У тебя первый такой полноценный сезон КХЛ. Насколько ты вообще переносишь такие нагрузки? Физически чувствую себя нормально. Так, то, что получилось, Денис Бодров там травмировался. Ударили его неудачно. Все нормально, ничего страшного. Потеря такого опытного игрока и человека, как Денис, сегодня ударил по команде? Ну, конечно, это ударяет по команде, но, несмотря на это, надо играть и продолжать. Все бились за него, старались. А такое ощущение, что матчи с «Динамо», с «Магниткой» не проходили по одному сценарию. Хороший первый период, провальный второй, и в третьем спасать Россию, как говорится, побежали. Вот, то есть объяснение, почему так происходит? Я не знаю, честно, что сказать на это, по этому поводу, да, но я думаю, то, что это просто так совпало, что так получилось, да, в третьем периоде спасаем Россию, и просто через работу все придет, и будет нормально все. Андрей Алексеевич сказал, что и собрание было, игроки между собой разговаривали, можешь поделиться, к чему пришли, к какому общему знаменателю, в чем видите проблему? Мы где-то, да, у нас шайба не идет в ворота, не реализуем моменты, моменты создаем. Просто нужно забивать, и если мы пропускаем первыми, то не нужно опускать руки, да, и биться, продолжать. Пропустили первыми, ничего страшного, забьем ответку и уйдем вперед. Сегодня такой странный был момент, что ты провел силовой прием, потом тебя Голдобин ударил лежа, и получил за 5 плюс 20. Как сам оценишь этот эпизод? Не ожидал ли от него такого поступка или наоборот не заметил? Потому что мне показалось по повтору, что ты особо даже удара не почувствовал. Да, это мне без разницы было, как бы, но для команды это получилось лучше, потому что мы потом 3 минуты играли в большинстве и могли все-таки сравнивать счет и отыгрываться. Ну ты вообще такой поступок считаешь меня подлым? Да. Это эмоции, хоккей, такая игра, я его ударил, он меня, ничего страшного, мне без разницы.